Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Ксении Митяевой. Композиция называется «Листочек осенний». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Вдруг нагнется мой маленький сын и поднимет листочек осенний. Этот лист стал таким золотым, будто создан из света и тени. Сын на солнце посмотрит его и расправит на нежной ладошке. Природа хранит торжество, тихо радуясь мальчику крошке. Вдруг нагнется мой маленький сын и поднимет листочек осенний. Этот лист стал таким золотым, будто создан из света и тени. Сын на солнце посмотрит его и расправит на нежной ладошке, а природа хранит торжество, тихо радуясь мальчику крошке. А природа хранит торжество, тихо радуясь мальчику крошке. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт», «Листочек осенний», стихи Ксении Митяевой, музыка исполнения Самуила Фрумовича.